Определяем реакцию зрачков на свет для того, чтобы определить, что с человеком, который потерял сознание. Итак, мы вот таким вот движением поднимаем веко и фонариком, можно от телефона, светим в глаз. Мы должны увидеть реакцию зрачка, он сузился. Второй глаз мы точно так же проверяем и видим, что у него нет реакции. Это говорит о том, что случилась мозговая катастрофа и, скорее всего, у человека инсульт. Поэтому при ожидании скорой помощи мы уже действовать будем в зависимости от этого.